Когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сотворил джанна, рай, аль-адн, то тогда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля попросил джанна, попросил этого рая, чтобы он что-то сказал. Приводится фи таргиб ва таргиб сахих 3714 хадис عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال خلق الله تبارك وتعالى الجنة عدن لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. Ибн Аби Саид رضي الله عنه приводится то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Всевышний Аллах субханаху ва тааля создал рай Адн, Джаннату Адн. Это первый рай, который он сотворил субханаху ва тааля. Кирпич из золота, кирпич из серебра и смесь, которой скрепляются эти кирпичи, из миска. وقال لها تكلمي. И сказал ей Всевышний Аллах субханаху ва тааля: Заговори. فقالت قد افلح المؤمنون. И сказал этот рай: преуспеют верующие. Такая сура в Коране ниспослана «Аль-Му'минун», и с этих же слов начинается «Кад афлях аль-Му'минун». Обретут успех верующие. И первый их сифат, первое их описание – это «Аль-Лавина хум фи салатихим хаши'ун». Это те, которые набожны, богобоязненны в своих намазах.